Вот уже больше недели, как Александра Черно вместе со своим многочисленным семейством, включая кошек, обживается в доме 2. От зрителей и коллектива Александра не скрывает, что пришла в надежде спасти свой брак с Иосифом Оганесяном. Как не скрывает и того, что последние полгода вела, мягко говоря, разгульный образ жизни, что в целом не могло не сказаться на отношении с супругом. Судя по всему, ошибки прошлого Александру Черно ничему не учат. Накануне в социальной сети облетели кадры с выходного, который участница Дома 2 провела в компании Алены Савки. Тусовка двух подруг, по их ставшей уже доброй традиции, прошла в караоке. К слову, не обошлось не только без песен, но и без литров горячительных напитков. И это очень заметно по развязанному поведению обеих девушек. В сети уже предположили, что очередной загул Черно такого формата обернется ссорой с Оганесяном. И о спасении брака теперь уж точно можно забыть. Вот уже несколько лет экс-участница Дома 2 усердно работает над телом не только ради удовольствия. Лиза Полагалова принимает участие в соревнованиях по фитнес-бикини, где демонстрирует точеную фигуру. Вот только путь к телу мечты порой давался очень непросто. В самом начале своего пути Полагалова допускала серьезные ошибки при подготовке к каким-либо соревнованиям и чуть было не умерла. В 2017 году я готовилась к своим первым соревнованиям в Питере. Единственное, что было в моей голове, звание чемпионки. К сожалению, за этим я не замечала много других вещей. Я полностью доверилась одному человеку. И вот что из этого вышло. Я вколола витамин С, и кровь при этом стала кипятком. При этом подготовка была очень жесткой, особенно для женского организма. При этом было очень скудное питание, чрезмерные нагрузки. Осенью, прямо перед выходом на сцену, я простудилась, у меня был снижен иммунитет. И для меня казалось это нормой. Я продолжала жить в таком режиме, игнорировала потребности организма. Потому что передо мной была цель. Вспоминала 26-летняя участница. При этом ситуация начала ухудшаться, я позвонила тренеру. Было принято решение вколоть витамин С для того, чтобы быстро выздороветь. Но мы не учли одного момента. У соревнующихся спортсменов есть специальная подготовка к выходу на сцену. Она называется «слив воды», для того, чтобы максимально прорисовались мышцы. Я вколола двойную дозировку витамина и не учла, что он выводится только при наличии большого количества воды в рационе. У меня было такое чувство, что кровь стала кипятком и поднимается в голову. Казалось, это конец, отметила Елизавета.